Если у человека появляется внутри как бы червь сомнения, который ему кажется, что нужно что-то поменять в себе или вокруг, и можно в этом кризисе зависнуть, а можно попробовать поискать выход. Ну, собственно говоря, мы пытаемся предложить такой выход, но мы, в общем-то, предлагаем что? А как? Мы не знаем. Мы вместе с читателем это ищем. Я присоединилась к редакции «Пару слов» достаточно недавно, поэтому, наверное, не могу быть объективной, говоря о целях, задачах или концепции журнала. Могу просто выразить, как я сама понимаю пару слов. А понимаю я примерно так, что каждый новый номер – это некое отражение личного опыта людей, его создающих. То есть это результаты каких-то наших поисков, каких-то новых знаний, открытий, новых событий, на которые мы отреагировали, которые нас чем-то зацепили. Поэтому каждый номер непредсказуем, потому что неизвестно, что в следующий момент зацепит, заинтересует, будет важно, интересно, лично пережито. Наверное, это и есть лайфстайл. Но про слов — это не то место, в котором мы пытаемся навязать какие-то собственные взгляды, заниматься какой-то пропагандой. Скорее, напротив, мы всегда стараемся этого избежать. Мы хотим просто поделиться тем, что мы любим, тем, что нас волнует, тем, что нас, наоборот, радует, и какими-то своими размышлениями. И, в принципе, дальше все зависит уже от читателя. То есть он читает и может либо разделить нашу любовь или нет, либо согласиться с нашими какими-то мыслями или нет, сделать какие-то выводы из какой-то информации, которую мы просто дали, или не сделать этих выводов. Почему я занимаюсь пару словом? Наверное, потому что это именно та журналистика, которой мне всегда и хотелось заниматься, и которой сейчас очень мало, если не сказать, что нет вообще. Есть информационная журналистика, политическая, узкоспециальная, заниматься которой мне не хватает компетентности, есть желтая пресса, о которой можно вовсе не говорить. А пару слов — это о жизни, о людях, об искусстве, о вере, о своем наболевшем. Мне это интересно. Вообще, я в журналистике уже около 8 или 9 лет. Но про слово для меня совершенно особенное место. Место, куда я могу всегда прийти со своей любовью, прийти и поделиться своей радостью. И знать, что никто не скажет, что это никому не интересно, или не актуально, или нет информационного повода. Потому что здесь знают, что любовь — это самый лучший информационный повод, который вообще может быть. И она не может быть неинтересна, потому что она всегда заразительна. А то, что тебя заразило, то, что стало и твоей любовью, оно актуально всегда. И здесь я могу быть собой, я могу быть предельно искренней, мне не надо выбирать тон, потому что никто не скажет, что это слишком жестко или, наоборот, слишком сентиментально. Нет такого, что вот есть у нас идеи, и мы их транслируем через этот журнал. Такого нет, это живой диалог. И нам недавно позвонил наш читатель постоянно из Новосибирска и говорит: пару слов — это как разговор. Ну, вот так оно и есть. Тема нового номера — человек. Человек в мире, человек в своей стране, человек в безличном обществе. Здесь и проблемы взаимодействия с системой, и трудности взаимопонимания между людьми, и личные отношения каждого со своей страной. Что значит ответственность сегодня? Как жить и любить этот мир, когда он не мирен? С кем и за что бороться? Герои этого номера очень разные и по-разному отвечают на эти вопросы. Человек против,
человек вне, человек над, человек и выбор, человек и бесчеловечность, человек и дар, человек и вечный, человек человеку. Человек как главная ценность для Бога и в идеале для другого человека. И в то же время человек как песчинка, как винтик в глазах системы, который просто перемалывает его в своих жерновах. Как сказал отец Александр Шмеман, мне очень понравилась эта фраза его, о том, что Христос ничего не говорил о политике, о правах человека, он просто обратил свое внимание и любовь непосредственно на тех людей, кто был рядом с ним. И, наверное, это основной посыл этого номера. Именно поэтому в этом номере так много интервью, так много живых человеческих голосов, которые иногда могут быть созвучны друг другу, а иногда, наоборот, быть очень разными, могут спорить между собой. Но в то же время за каждым из них стоит живой человеческий опыт. И именно поэтому каждый из них ценен сам по себе. Паруслов начинался как попытка признания в любви музыкантам, которых мы слушали тогда. Это был в основном фестиваль «Дождь». Паруслов вырос из музыки. Причем вырос в двух смыслах. То есть, с одной стороны, музыка была той плодотворной почвой, на которой он прорастал изначально. То есть, в 2002-м, когда мы только начинали, собственно, он целиком состоял из текстов песен, из стихов музыкантов. Чуть позже там появились какие-то отзывы, рецензии на какие-то записи, какие-то концерты. То есть, вокруг музыки фактически крутилось все. Но за эти годы мы проделали большой путь. Как было сказано в заглавии одного из предыдущих выходов, путь за рок-н-ролл и дальше. То есть просто в какой-то момент мы поняли, что мы не можем писать обо всех этих людях, авторах, музыкантах, которые имеют собственное мировоззрение, у которых есть какая-то жизненная позиция, которые в своих песнях высказывают какие-то, поднимают какие-то острые, какие-то важные, глубокие темы, и в то же время не касаться самих этих тем. Просто мы поняли в какой-то момент, что мы больше не можем делать вид, как будто кроме музыки в этом мире больше ничего не существует и никогда не существовало. Лично для меня интереснее всего материалы, рассказывающие о людях, которые делают что-то для нашего времени необычное и нестандартное. Танцуют пространство, как мы определили это в прошлом номере. То есть создают вокруг себя некую новую реальность. Самый кайф в Паруслове – это люди. Люди, с которыми мы это делаем, люди, с которыми мы берем интервью. И моя любимая рубрика – это галереи, когда все фотографии вместе на одной странице, фотографии всех авторов, причем это люди разных эпох, разных времен, разных местоположений. И такая мечта, очень хотелось бы, чтобы они как-то собрались вместе. Вот тут она немножко сбывается. Очень хотелось бы плыть вместе с этими людьми на корабле.